Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Вандеркейс. У меня на балике 20 тысяч 51 рубль. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 15 за один видос. Надеюсь, сегодня мне Вандеркейс будет выдавать абсолютно так же. Я бы сказал, что можно еще лучше, но последние ролики у меня и так идут очень хорошо. Мы все время то по 15, то по 20 поднимаем, а это и так очень даже неплохие результаты. Так, а мы давайте со старта откроем кейс Снеговик. Это уже традиция. Начинать с данного кейса 5 штучек на 6450 рублей. И в идеале, чтобы прямо в начале мне этот кейс хорошо выдавал. Так, МК Рентген, Сайрекс. Так, 6900, ну не бешеный плюс, всего лишь плюс 500 рублей. Но самое главное, просто начать видос в плюсе. Ну вы все знаете, как ролик начнешь, так его и закончишь. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод НКЛР и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. Ладно, а мы дальше полетели открывать кейсы. Давайте сейчас тройнем какой-нибудь Человек-бензопила, 5 штучек на 3100 рублей. А Человек-бензопила обычно тоже хорошие кейсы, которые меня стабильненько окупает, и надеюсь, я к нему подлизываюсь не просто так. 3400 это плюс, плюс 302 рубля, меня все устраивает, еще 5 штучек. Так, изумрудные завитки, так, 3400, ну не то, что прям супер много, но и неплохо. Так, 2500, еще 5, как будто бы 25 тысяч рублей на этом кейсе было бы пробить классно и уже пойти в новый. Хотя, мне кажется, хрен он мне столько выдаст, пошед еще и сливать начинает. 3400, неплохо, еще 5, угу, 300, еще 5. Так, на балике 20 320 рублей, что-то меня этот кейсик подсливает. Ладно, давайте тогда тройнем, maybe какую-нибудь пипегу, одну штучку за 3000 рублей. Так, а ОП электрический улей, вроде хорошо, да? Ну, 3052. Ну, не бешеный плюс, но хотя бы плюс, спасибо и на этом. Ой, не знаю, может перчаточной одну штуку рискнуть. Но перчаточная это крайне рисковый кейс, иногда выдает хорошо, иногда в жестком минусе. Ну, давайте одну штуку за 9900. Ну да, острие иглы, это вроде говно, я же прав. Ну 8400, не жесткий минус, maybe тогда еще одну, не, мангров. На балике 14 тысяч рублей, нас перчаточный, к сожалению, подсливает. Давайте тогда Porsche 5 штучек на 5450. Так, дух огня, наследие, ну сколько, 5500. Нормально. Ну как-то хочется уже жестко окупиться. Я или поднимаю по чуть-чуть, или сливаю до хрена. И в общем, вот, плюс 2000. И в общем, выхожу в минус. А мне такое не нравится. Так, ладно, а если Rolls-Royce, одну штуку за 4890. Моховый кварц, ну это говно. Но вроде не супер говно-говно, да, 2500. Не прям рублей 200, но все равно неприятно. Камуфляж, сука, ну может ты выдашь. Вот, береги голову, 20 400 рублей, отлично, так. Rolls-Royce мне все-таки выдает 5-7, причем, на самом деле, ну, такой себе, прям вот очень такой себе. Но самое главное, что он стоит до хрена, и меня это, естественно, устраивает. Так, давайте, мы же на Ютубе, то полетели Ютубчик кейс, пооткрываем по 5 штучек. Ну, тут вроде говно падает полное. Да, 3700, еще 5. Скоростной зверь, так, 4200, неплохо, еще 5. Еще 5, ну может ты как-то прям выдашь мне жестко 4700, но я хочу прям супер жестко. Но это YouTube кейс, а мы записываем ролик в YouTube. Все звезды сходятся, чтобы ты мне выдал что-то. Вот, 4600, неплохо. Так, ну на самом деле хорошо, почти 30-ка на балике. Я бы сказал, отлично, как будто можно даже рискнуть и открыть один ножевой за 16900. Да, прикольно. Давай, 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 родной, родной, родной. Ну да, тычковые ножи ночи. Сука, ну... нахрен я иду открывать этот кейс? Ну я же и так хорошо поднялся. Зачем я его нахрен иду открывать? Ну логично, если он мне во всех этих кейсах выдал, что здесь он меня должен слить. Ну сука, я дальше его зачем-то открываю. Твич по 5 штучек давайте. Тоже хороший кейсик, иногда прям хорошо сыпет. Ну вот прям в начале плюс 100 рублей. Не бешеный плюс, но хотя бы плюс. 2800, еще 5. Так, 300, еще 5. Ну вот сейчас вроде 3300. Не, ну кстати, он по чуть-чуть стабильно окупает. Такое мне тоже нравится. Ну, сейчас, сука, был большой минус. 3300. Так, на балике 22 тысячи. Как будто бы еще один надо. Давай, давай. Ну да, Наваха Сажа. Наваха Сажа. Естественно, ты мне выдашь эту хрень. Сука, 8400. На балике 13 тысяч рублей. Ну, мы опять выходим в минус. Ой, сука, Ламборгини. 5 штук all-in'ом на 10 тысяч. Быстро. Давай.
Ну да, 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 10-300. Ну ладно, это, кстати, не жесткий минус. Ну да, 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 8-700, сука. А может быть все-таки... Вот, 15, неплохо. Еще 5. Ну вот это ужас, да? Да, это супер дешево. Еще 5. Ну 11. Ну я хочу жестче, сука. Вот кайман, ну 12. Так, ладно, на балике 16 тысяч рублей. Мы хотя бы вышли в плюс уже от начального баланса. Спасибо и на этом. Давайте перчаточную одну штуку за 9900. Окисление бронзы 27 109 рублей. Отличненько. Вот, вот это мне уже нравится. Так, продаем. На балике 33 куска. Ну, сука, я хочу еще один. Но он меня так слил просто. Или ну его нахрен, дальше сольет еще. Давайте Rolls-Royce попробуем. Две штучки на 10 тысяч, может он выдаст. Ага, выдал, ну у меня 4900, конечно. На балике 28 тысяч, сука. Не знаю, давайте, может, какой-нибудь магнат 3 штуки на 9 тысяч также. Да ну, а, не, ну, хоть, ну 7200, сука, это минус. Перчаточный, еще один за 9900. Пустынный шимах, а, 5900, спасибо. Ну, опять 22 тысячи рублей на балике. Мы как-то не можем особо жестко подняться. Не, ну ладно, что я ною, так-то уже плюс 7 сделали. Давайте на живой еще одну штуку за 16900. Дамасская сталь 21 тысяча. Отличненько. На балике 27 тысяч. Это меня устраивает. Так, ну мы уже сделали плюс 7 тысяч рублей к балансу. Но я хочу более жесткий плюс. Мы просто так в последние ролики хорошо поднимаемся. Может КС кейсы открыть? Например, оружейный. 5 штук? Не, ну 5 перебор. Ну 3 штуки на 7500. Давайте вот так. Кибербезопасность. Ой, ну как будто ужас. Да, 3700, сука. Не-не-не, КС кейсы, что, блядь, в КС не выдают, что на сайтах везде не выдают. Лучше открывать пользовательские. Пипега. 3 штуки на 9000. Вот, перчаточки. Ну, 8500, сука. Адское пламя. Ну, 9200, еще 3. Гамма-волны. Вот, ну, 9100. Так, а если тройнуть на живой еще разочек? Ну да, 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 читаемо. На балике 17 тысяч, сука, ну как-то хочется пробить жесткий плюс. Феррари, 5 штук, давай, этот кейс мы сегодня еще не открывали. 10, неплохо, нормально, уже, ну не жесткий плюс, но хотя бы в плюс опять вышли, спасибо и на этом. Так, хорошо, если Кадиллак, 5 штучек, может сейчас какой-нибудь ножик насыпешь. Насыпал еще 5. Ага, насыпал, да, 3900. Сука, а ты меня еще и сливаешь просто, да? А, император, вот, вот сейчас хорошо, да, 4900. Короче, ладно, мужики, давайте на этом заканчивать ролик. Мы сегодня подняли плюс 2000 рублей к балансу. Не бешеный плюс, я согласен, но зато мы пооткрывали до хрена дорогих кейсов. А это уже, ну как для видоса, я считаю, контент неплохой. Хотел бы, конечно, купиться жестко, но я сам виноват, заигрался в дорогих кейсах. Главное, что мы в плюсе, мы все не слили, это уже хорошо. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Wonder кейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасом, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Wonder кейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос однозначно можно, мы сегодня и на живой, и перчаточный, и вот этот Rolls-Royce подкрывали, ну просто дохрена было дорогих кейсов, то с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, парни, всем удачи, всех люблю.